Добрый день! Сегодня у нас распаковка роликового трубореза для пластиковых труб. Приобрел я его на сайте ADR Tools. Сейчас посмотрим на комплектацию. Проводить проверку сегодня в ролике не будем. Данный труборез режет трубы диаметром от 14 до 65 мм, что, собственно говоря, меня устраивает. Информацию можно посмотреть на сайте. Все будет приложено. Приступим. Так, я еще не вскрывал. Получил на транспортной компании труборез. Приятным бонусом компании ADR Tools является то, что за отзыв можно получить, так скажем, кэшбэк. Модное наше слово. И также за съемку видеоролика его работы, либо же распаковки, также можно получить какое-то вознаграждение. Собственно говоря, об этом и написано. Очень хорошо упаковали. Собственно говоря, у нас входит сам роликовый труборез, довольно-таки массивный. Небольшой люфт есть, но я думаю, что при зажатии трубы он пропадет. Прям смазки весь. Так, ну, это товар накладной. Собственно говоря, никаких незапасных роликов. Ничего нету, легко открывается. Да, он весь в смазке. Все отлично. Спасибо за внимание.